Сейчас тебе покажу, как твой сим может посетить водный парк. Тыкаем на букву М и отправляемся в город Сан-Секвойя на участок общественный центр. Оказавшись на месте, передвигай камеру, как я показываю на видео. Вот и водный парк. Он весьма небольшой, но вполне достаточный, чтобы твой сим насладился водой в жаркое лето. Тыкнув на вот эти фонтанчики, твой сим может играть с ними. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.